Когда ты думаешь во время писания песни, это уже неправильно, потому что ты уже навязываешь ход своих мыслей порядку вещей во Вселенной. Нельзя. У нас такое количество информации внутри, такое количество информационных паттернов, которые мы все знаем с детства, если не с рождения, что просто если позволить им настроиться на то, как все должно быть, и почувствуешь, что через какое-то время, может занять несколько дней, что какие-то слова, вдруг какое-то слово начинает тебя интересовать, оно тебе нравится, потом оно начинает обрастать другими словами. В общем, нужно дать вещам идти. И тогда что-то может произойти. Гарантии никакой нет. У чуда нет гарантии. Любое написание песни, любое творчество – это чудо. Так что дайте вещам идти, как они идут, и все произойдет само. По крайней мере, такова моя точка зрения. Но работать нужно постоянно над этим.